Привет! Уже с работы? Уже, да. А я на работу только делаю. Давай. Давай. Добрый вечер. Иду на работу. Опаздываю. Товарища встретил. Его уже сменили. А я только иду на смену. Ух ты, парк уже как нарядили. Все сверкает. Завтра уже 30 число. Сегодня 29. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Кафе тоже у камина. С Новым годом. Парк Победы. О, здесь что-то открыли. Ладно, хоть спешу, но сейчас подойду, посмотрю. Около перевернутого дома. Ой, что это за дядечка такой здоровый? Первый в мире отдельно стоящий дом великана. Детям до 5 лет и мини-никам бесплатно. Музей арт-объект фотозона. От 0 до 99 лет. Сейчас мы только заглянем туда и все. А что здесь интересно? Здравствуйте. Что интересного? Да. Ну, у нас дом великана. То есть, ну понятно, в доме великана все большое. Ну я видел, как его строили, я представляю. Для детей игровая комната, для взрослых фотостудия. Ага, спасибо. Ну обязательно подойдем. Приходите. Ты на работу спешу, опаздываю. Хорошо, спасибо. Хочу кофе. Роллы. Это вот Марракеш раньше был. Пятигорский сейчас Марракеш. А здесь у нас стали бабушкины грабли. Шашлычок. О, снег остался. Да, вот не люблю. Почему на машине вечером ехать на работу? Потому что постоянные пробки вот здесь у нас на улице Шпаковской. Проще дойти на работу пешком. В это время уже троллейбусы начинают заходить в депо, потому что нерентабельно предприятию, чтобы они перевозили людей до самой ночи. Большая конкуренция маршруток. Ну, троллейбус этот идет, скорее всего, в депо. Потому что кроме кондуктора я никого там не вижу. Кофе с собой. Вот цветочный магазин. Кофе с собой. Предложение дня. Вафли и так далее. Раньше у нас троллейбусы до 2 часов ночи ходили.
если не ошибаюсь, 209 последний заходил. Это с первого маршрута он заходил. А вот двоечка отсюда заходила. 1:56. Так называемый дежурный. И под дежурный 1:24. А сейчас уже 10:10 они уже все в депо находятся. Потому что возить некому. Тем более за электроэнергию сейчас предприятия платят. Город нам в этом не помогает. А Гурсит свои условия нам ставит. Короче, они монополисты у нас. И поэтому троллейбусный парк большой задолженности всегда бывает. Хорошо, сейчас тут зарплату стали вовремя платить. И то дело. Раньше вообще по 2 месяца зарплату нам задерживали. Ну вот, вот такие пазики развалюхи ходят. Не знаю, чем они лучше. Троллейбус жесткий, темный. Трусишься в нем постоянно. Так, ну все. Практически я пришел на работу. Вот 17-й лицей. Тоже он весь сверкает. Детки нарядили его к Новому году. Завтра надо в Окей съездить, по магазинам пробежаться, потому что 31 числа я работаю. Так, ну на этом все.